Першие выники кампании по оплате маемостного податку подводят у регионе. По информации областной инспекции, пероважная большесть жихаров Гродинщины различились с державой. И только 8% от агульной колькости плательщиков трапили у спис должников. Плательщиками маемостного податку у бягучем годе заявляются 177 тысяч человек. Большесть 150 тысяч громадян по причине того, что заявляются уладальниками нерухомости ти земли. Остатнюю сумму гасять гродинцы, которые распоряжаются арендным житлом альбо земельными участками. На 2018 год нашим плательщикам было предъявлено налога на недвижимость порядка 4,3 миллиона рублей, земельного налога где-то 1,8 миллиона рублей и арендной платы 1,2 миллиона рублей. Они рассчитались бюджетом порядка 8% наших плательщиков. Если брать по количеству, это порядка 11,5-12 тысяч. Дадим, что об необходимости различиться по маемостным податку громадяне были попереджены листом альбо праз уласный кабинет на сайте Министерства по податках и сборах. Коли по уважливых причинах отбылася протерминовка выплат, администрационная отказность не наступить. Але оплатить податок придется у любым выпадку, нагадывают инспекторы.